Всем привет! Меня уже так классно объявили, но я не знаю насчет самой профессиональной, потому что, ну, я думала, что я буду самая профессиональная, но на самом деле тут такие шикарные вообще исполнители, что я даже немножко и удивилась. Да. Я вам сыграю свою первую песню, сыграю и спою. У нее такая... веселое житейское название, называется она «Барахольщица». Есть тут Леночки среди вас кто-то? Лена, есть? Лены! Просто так зовут главную героиню Лена. Не принимайте на свой счет. Итак, поехали, «Барахольщица». Детали, пыльные подушки, коробка полная с дарами ненужных, купленных друзьями. И вот кроссовок крутит сверкой, глядит несмело на корзинку. А выкинуть жалко, а выкинуть жалко, а вдруг пригодится. Ну и что заплиться, допустим, субботник, земля там и грязь. Говорю, когда исполняю эту песню, что я не рекомендую так поступать. Придерживайтесь минимализма, и не будет у вас таких проблем. Следующую песню, которую я вам спою, это вот, ну, я считаю, что это одна из сильнейших моих песен. Называется она «Беги». Философская песня. Послушайте. Ой, вам лучше отойти. Он говорит, что в сердце не остановилось. Я говорю, да, лучше отойти. Меня слышно, Баян? А, это хорошо, потому что я... А, кстати, да, все знают, что это Баян? Да. Круто. Ага.
Когда он был совсем малыш, все время рисовал деревья, брызги звездных крыш на бортах отражал. Но кто захочет для дитя судьбы художника? На юрфак плетется нехотя, а взгляд заложника. А голос внутри, а голос звучит: беги отсюда, беги быстрее, еще быстрее беги. Проходит время, проходит жизни, и ты один на пути. Не слушай мнений людей крикливых, мечту ты знаешь свою. Я твое сердце, я знаю душу, я все тебе расскажу. Наш герой, он думал головой, всю жизнь трудился, не любя, вдруг стал совсем седой. И часто внукам говорил, что как Мане мог быть. Однажды внук в ответ сострил: мог быть, не значит быть. А голос внутри, а голос звучит: еще не поздно, беги быстрее, еще быстрее беги. Проходит время, проходят жизни, и ты один на пути. Не слушай мнений людей крикливых, мечту ты знаешь свою. Я твое сердце, я знаю душу, я все тебе расскажу. Еще не поздно, беги быстрее, еще быстрее беги. Проходит время, проходят жизни, и ты один на пути. Не слушай мнений людей крикливых, мечту ты знаешь свою. Я твое сердце, я знаю душу, я все тебе расскажу. Еще не поздно, беги быстрее, еще быстрее беги. Проходит время, проходят жизни, а ты один на пути. Не слушай мнений людей крикливых, мечту ты знаешь свою. Я твое сердце, я знаю душу, я все тебе расскажу. Когда он был совсем малыш, все время рисовал. Так, всех расстроило, да? Всех расстроило. И в заключение моего такого небольшого выступления песня, которая называется «Молодец». Вот я ее досочинила буквально 2 недели назад. Тоже такая философская, житейская песенка. И напомню, что меня зовут Головолова Наталья. Так, где недопонимающие лица? У меня просто, когда я произношу свою фамилию, все как? Всю жизнь. Молодец. Это шикарный ведущий, который с 5-го раза уже понял, как она произносится. Галау-ова. Можете найти меня там в Ютубе и везде-везде я есть. Если вам понравилось, Галау-ова Наталья. Ты можешь еще парочку драться? Нет, я одну спою. Да, там минусово, потому что нет. Все, давайте. Вот
вперед с гордостью наперевес. Загоняем себя в жуткий стресс. Точно так же и я строю. Громче всех караоке пою. Личный блог в Инстаграме веду. И словечко заветное жду. Молодец! Молодец! Молодец, да, спасибо. Очень молодец.